Таиланде продолжаются поиски футбольной команды. Спасатели ищут 12 мальчиков от 11 до 15 лет, которые зашли в пещеру с тренером несколько дней назад. Перед входом в ущелье были найдены 11 велосипедов, футбольные ботинки и другой спортивный инвентарь. Предполагают, что именно стихия и вода, которая затопила пещеру, помешала им вовремя выйти на свет. Сейчас на месте работают уже дайверы. Пловцы попытаются доставить юным футболистам запасы еды и осветительные приборы.